Я подумала про те, що музика нас супроводжує майже все життя. Починається це все ще з досить маленького віку, ще з коли ми немовлятами слухаємо колискову. Ну, майже всі матусі співають. Потім далі буває якась інша музика. А потім ми дорослішаємо, і музика дуже змінюється. Чому? Чому ми не слухаємо найкраще? Чому ми не звертаємося до класики, яка надихала людей століттями? Що з нами сталося? І головне, до чого це може призвести? За радянських часів майже кожна друга дитина навчалася в музичній школі, і обов'язковим чи основним інструментом було фортепіано на той час. Куди все ділося? Чому навіть ті, хто колись навчався в музичній школі, не мають такої спраги до класичної музики? Чому спраги? Тому що мені здається, що це саме та музика, яка може надихати людей на щось гарне, на щось дивовижне. Може, це і не зовсім так, а намагаюся я це з'ясувати сьогодні із моєю гостею. Це Тетяна Борисівна Веркіна, яка сьогодні є ректором Харківського університету мистецтв, а ще вона піаністка, а ще виконавиця романсів. Але все це буде трошки згодом. Отже, дійсно, за радянських часів майже кожну дитину намагалися навчати музиці. Сьогодні цього нема. Що відбувається? Це якось винна суспільство, що змінилося в ньому? Ну, звісно, виноваті і ми, в частності. Потому что мы способствовали и не сопротивлялись тому, что началось уже и в советские времена, и это было даже и в 60-е годы. Хотя если сравнить наши возможности, когда мы были школьниками, я имею в виду возможности послушать настоящую хорошую музыку, услышать оркестры, услышать солистов, услышать и увидеть выдающихся мастеров сцены, будь то оперной сцены или театральной, это все равно. Конечно, сейчас мы можем все это иметь только благодаря каналу МЭЦа, который отнюдь не у каждого дома имеет место быть. Но дело в том, что вот то, о чем вы говорите, оно началось уже в советское время, и это было сознательно проделанная операция, операция по оболваниванию и дебилизации всей страны. Это начиналось в 60-е годы, о чем гораздо лучше меня написал Андрей Дмитриевич Сахаров, который сказал, что нам угрожает одна из самых больших угроз – это насилие попсы и массовой культуры. И проникновение попсы абсолютно в каждую самую мельчайшую пору, что мы сейчас и имеем. Мы сейчас имеем попсу везде. Радио, телевидение, прошу прощения, да, на площадях, на улицах. Только попса. В залах в основном попса. В этом отношении мы впереди планеты всей, потому что, слава богу, все-таки пока еще мы имеем возможность ездить в разные страны и со студентами, и просто педагоги сами. Да, и мы можем сравнивать. Вот такой дебилизации не демонстрирует никто. Попса, конечно, везде правит балом, но академическая музыка успешно противостоит этому натиску. А в 80-е годы, которые мы дружно именовали эпохой застоя, совершенно справедливо, ваша покорная слуга даже на собрании коллектива не выдержала, я была куратором курса, и меня потом долго цитировали напуганные наши старики тогда, потому что я сказала, что я не хочу участвовать в дебилизации студенческого коллектива.
Потому что из студента сознательно готовили абсолютного дебила, который не отвечает ни за что. За все отвечал педагог, вплоть до того, что студент там получил плохую оценку. А на партбюро вызывают педагога, понимаете? Более того, мы перестали играть широко, мы замкнулись в своем институте тогда, мы играли сами для себя, все, уже выхода даже на сцену вот вашу, да, потому что в 60-е, в 70-е годы мы очень тесно контактировали, уже в 80-е стало хуже, дальше совсем уже нехорошо. Филармония, концертные залы, все для нас были уже закрыты. Мы закрылись, и мы готовили исполнителей сами для себя. Это было ужасно. И только когда, наконец, мы стали Украиной, мы получили глоток свободы, глоток свежего воздуха, мы получили возможность приглашать опять музыкантов, артистов, художников из самых разных стран. Мы начали контактировать, и мы смогли начать вот этот процесс интеграции украинской культуры в Европу, что мы сейчас и продолжаем делать. И вот сейчас, во всяком случае, и наш университет, и филармония, мы отчаянно сопротивляемся этой попсизации всей страны, и наши три зала вот университетские, они каждый день переполнены. Люди сейчас остро нуждаются в хорошей академической музыке. Они приходят, и резюме каждого вечера одно и то же, только говорят это другие люди. И причем они резко молодеют, потому что если начинали мы, возраст был так, 70-60, да, сейчас это уже 20, 25, 30, 30-летние приходят со своими детьми. Так вот все представители населения города Харькова, и не только Харькова, говорят одно и то же. Спасибо большое за полтора или два часа настоящей жизни. Они просто понимают, что то, что мы предлагаем, а предлагаем мы лучшие образцы самых гениальных композиторов, которые творили ну, во всех странах мира, которые славились, так сказать, своим действительно настоящим профессиональным искусством. Они писали не на темы, которые муссируются в сериалах, да, не на тему, какой муж изменил какой жене, что получил в ответ. Они не слушают нецензурные тексты, они не слушают ненормативную лексику. Они начинают чувствовать себя настоящими людьми, с настоящими чувствами, лишенными всякого бытовизма, да, всякой бытовухи. То есть они понимают, вот это и есть настоящая жизнь. И поэтому они возвращаются домой с колоссальным запасом сил. А вот это не всегда нужно в том или ином государстве, потому что человек, который воспринимает настоящее искусство, он способен сам самостоятельно думать, самостоятельно анализировать ситуацию, самостоятельно предлагать какое-то решение, самостоятельно предлагать выход из положения, брать на себя ответственность. Возникает вопрос, каждого ли руководителя устраивает такое общество? Вот это очень серьезный вопрос. Почему не поддерживается академическое искусство? Потому что академическое искусство учит человека, вернее, оно именно не учит, я неправильно сказала, потому что когда мы учим, это всегда некое давление. Мы же с вами помним, да? Мы тоже не любили, когда нас что-то заставляли. А тут мы ничего не заставляем. Просто человек, слушая эту музыку, сам вдруг очищается, шелуха сбрасывается, все второстепенное куда-то уходит. Голова очищается, ты начинаешь ясно мыслить, ясно чувствовать, и ты понимаешь, какое решение тебе нужно принять, без всякого давления со стороны. То есть ты начинаешь себя чувствовать нормальной, свободной, талантливой личностью. Личностью, да. Вот что делает настоящее искусство. И вот почему его сознательно загоняли в подполье. Вот мне очень обидно, я сейчас была в Германии, довольно долго, и поскольку, естественно, контактировала со своими коллегами из университета, я ходила на концерты, на фестивали, каждый день концерты классической музыки, каждый день полные залы. Понимаете, и когда мне говорят, что везде царствует попса, ну это
не просто неправда, глубинная неправда. Я ни разу не видела ни на площади, ни на боковых улицах, прилегающих, никакие ансамбли нет. Ну, кто-то зарабатывает из музыкантов на жизнь, это естественно, но это тихо, он не нагружает, не раздражает никого. Это один вопрос. Но вот эти вот массовые, так сказать, гуляния, массовые крики, вопли, эта дрожка, о которой писали в 60-е годы, кстати, еще Стругацкие, которые уже сказали, что нас ожидает на площадях. И они очень точно описали вот это состояние дрожки, когда человек уже ничего не думает, он ни о чем не может думать. На него давят микрофоны. Кстати, это ужасно разрушает здоровье, особенно у мужчин, это просто уничтожает. И об этом никто не говорит, и это очень плохо. Да? И человек не то что думать, он ни на что уже не способен, он только трясется. Ну, мабуть, це одна з причин, що спонукала вас створити свого часу харківські асамблеї, які, абсолютно точно, надзираючи, да, на всі перипетії політичні і фінансові, все одно вони тримаються, упорно вони продовжуються, да, і дедалі все більше стає прихильників і бажаючих брати участь в цьому. Абсолютно согласна с вами. 25 лет нам будет, потому что первый фестиваль состоялся как раз после путча. И это был вот наш ответ Чемберлену, как мы любим вспоминать классиков. И это был очень такой радостный ответ, тем более, что это были дни Моцарта в Харькове. И вот это солнце после этой тьмы, да, оно как-то пробудило и музыкантов, и художников, потому что мы все делали вместе с художниками, с фотохудожниками, с актерами. Вот. И в этом году меня что радует, что очень активизировалась молодежь, наконец-то. Да. Да. Мне очень хотелось, чтобы 30-летние, можно моложе, можно старше, но вот 30 лет, это такой самый золотой возраст, они очень активизировались, и они очень дружат с художниками, с актерами. И вот опять они ко мне приходят с какими-то, и планов громадье. Я счастлива, и, конечно, мы будем это делать, невзирая на очередное тяжелое финансовое положение. Мы так к этому привыкли. И опять-таки, именно искусство помогает спокойно и с достоинством выходить из самого тяжелого кризиса. Потому что, опять-таки, ты понимаешь, да, конечно, можно сделать золотой унитаз, можно быть в побрякушках, и здесь бриллианты, и тут бриллианты, везде бриллианты. Но мы все уйдем из этой жизни. Конец один. И дальше что? Я не уверена, что на том свете пригодятся эти бриллианты. А вот музыка, а вот театр, а вот наука, да, образование. Вот это то, что остается и после твоего ухода, и после прихода других. Вот это то, что прервать невозможно.
Тетяна Борисівна, сьогоднішні молоді виконавці, вони які? Наскільки вони вирізняються від тих, які були 10-20 років тому? Хороший вопрос. И особенно приятный, потому что мы очень хороший первый курс набрали. Да, вот у меня тоже такая же радостная улыбка, как и у вас. Причем они не просто способны, это, конечно, тоже очень хорошо, особенно в нашем деле, да, а они, как справедливо сказали, очень талантливые, потому что у нас очень хороший пятый курс, пятикурсники, они фанатики. Понимаете, вот для них их дело – это наиважнейшее дело всей жизни. Они живут этим, они много читают. Причем, что меня поразило, что к нам пришел первый курс, который хорошо знает литературу, знает хорошо поэзию. Причем это ребята, которые сами, уже не под моим давлением, а они сами изучают немецкий, английский. Кто-то интересуется французским языком, понимаете? То есть вот это уже немножко другие ребята, и это очень радостно. Взагалі, музикант, він повинен бути фанатиком своєї справи? Безусловно. Без этого мы просто... Ну, только мы просто в слово фанатизм вкладываем всегда вот что-то плохое, связанное с терроризмом, ничего общего. Фанатизм просто в том, что... Він даний своїй справі... Да, да. Да. И ты должен знать о своей работе, ну, не скажу все, это невозможно знать, потому что вот я уже прожила достаточно долго, и каждый день я узнаю, что я, как справедливо говорили великие люди, что я ничего не знаю, и надо учиться заново. И учишься, и учишься. Вот это желание, фанатизм должен проявляться в том, что ты все время хочешь учиться. Вот если это назвать фанатизмом, тогда да. Когда человек хочет учиться и понимает, что каждый день он должен что-то узнавать новое. В противном случае он не справится. У нас же сложная работа, понимаете? Мы люди в лучшем случае просто способные, ну, талантливые так, если очень нас полюбить. А играем-то мы произведения гениальных людей. Вы понимаете весь ужас ситуации? То есть это как нам надо подняться над самим собой, это сколько же нам надо пропустить через себя, да? Сколько нам надо почитать, прочитать, выучить и сделать своим. Ну, дійсно, музикантів дуже багато, а унікальних виконавців дуже мало. Конечно, да. Яких знає весь світ. Що повинно бути, крім такого фанатичної відданості своєї справі, ще що, ну, талант, обдарованість. Що повинно бути? Що ви, от коли ви бачите студента, ви можете сказати, що з цієї людини вийде толк? Когда он понимает, что он не должен ни на кого рассчитывать. Вот это самое главное. И если у нас появится в большом количестве вот именно такая молодежь, потому что вот с этим пока еще сложности, тогда страна будет просто действительно жить так, как мы и должны жить. Потому что страна потрясающе красивая и богатая, и вообще самая любимая. Но нам не хватает только одной вещи. В нас сидит генетически вот это рабство. Мы все время ждем, что кто-то должен за нас сделать. Никто ничего никому не должен. Ты ставишь перед собой задачу, вот ты ее и должен выполнить. Вот ты и должен пройти весь этот путь, понимаете? И как бы ни был долог путь сквозь лес густой, непроходимый, мне, прежде чем навек уснуть, его пройти необходимо. Вот пока еще далеко не у всех у нас есть такая мотивация. Вот сейчас появляется такая молодежь, и я счастлива, когда они приходят с какой-то идеей и сами же говорят, что они будут ее выполнять. Таких пока еще мало. Вот это самое главное. Человек должен сам полностью обеспечить себе вот это продвижение вперед. Тогда обязательно найдется группа людей, и даже может быть очень много людей, которые будут помогать этому человеку, когда они будут видеть, что он не раб, а что он сам строит свою жизнь. Вот как Бетховен, понимаете? У нас всегда пример Людвиг ван Бетховен. Такой самый-самый
величайший из великих. Зовсім, може, в чомусь інтелектуально розвинена людина, виконавець. Що він може, чим зіпсувати геніальні твори Бетховена, Моцарта? Очень легко это может сделать, опустив эти произведения до своего уровня и изобразив вот эти страсти, которые мы наблюдаем во всех этих сериалах. Потому что интонация вот такая пошловатая, грубая, даже безграмотная, да, она сразу выдает человека необразованного, неталантливого, и человека, который даже и не пытается что-то с собой сделать, чтобы соответствовать уровню того или иного композитора. Интонация – это страшная вещь. Она человека мгновенно раздевает. Понимаете, по интонации ты сразу слышишь, человек способен понять другого человека, почувствовать его боль, почувствовать его радость. И не свою боль, не свою радость, и не свои какие-то любовные переживания выплескивать на нас. Знаете, как Раневская сказала, когда ей сказали, и вы выплеснули свои эмоции. Она говорит, я что, помойное ведро? Понимаете, вот когда человек выплескивает, вот тогда это первый признак, что он абсолютно не понимает, что Шопен не мог выплескивать, не выносил он помойные ведра. Понимаете, Брамс – это вообще не о нем. Это такая сдержанность, это такая глубина чувства, но внутренняя. Но это же нужно внутри прожить каждый интервал, каждую интонацию, понять, где смысловой акцент в каждой фразе. А не просто, знаете, широким мазком, общим помолом, вот взагалі про любовь, там, взагалі про ненависть. Взагалі нічого не буває в мистецтві. І треба багато перечитати і листи Шопена, і Шумана, і нотатки Бетховена, в яких він писав. І просто коли ти побачиш, скільки він втратив в лапках часу на те, щоб ми потім зрозуміли і полюбили цю тему. Та-та-та-там, па-па-па-пам. Ну, здавалося, ну що там писати? Ну, та-да-па-дам, да. Все геніальне просто. Але скільки листів паперу він і списав для того, щоб знайти саме ці ключові
фразы. И вот когда молодой человек поймет это и пропустит через себя, и поймет, что в каждый интервал мы должны продумать, понять, выстроить из этих интервалов фразу, потом период, потом части целого, опираясь на изучение личности композитора, да, его жизни, того, что он писал в это время, чем он жил, как он относился к тому, что происходило в это время в стране. Да, или вот Шопен, например, как он реагировал на то, что делала Россия, и как он реагировал на действия правительства и царя лично, когда его лишили паспорта российского. Понимаете, это же сразу объясняет, что мы должны чувствовать и как мы должны проживать музыку, которую ми граємо. Ви вважаєте, що виконавець не повинен особисто щось вкладати в ту музику, яку він грає? А ви розумієте, він же все одно буде вкладати своє личностне. Це ж я прочитала це, да, я пропустила через себе, але я же должна понять, чим жив этот человек. Я не должна использовать чужой текст для того, чтобы рассказывать о том, как меня сегодня на кухне там расстроила моя собачка, там, или коллеги там что-то как-то не так на меня посмотрели, и я очень переживаю по этому поводу. Ну, эти эмоции достойны того, чтобы я их выплескивала на вас, как на слушателей, если я играю сонату Шопена. Мені здається, такі емоції просто не вкладаються в Шопена. Вот, ви абсолютно праві. Так от, весь ужас в тому, що під личними емоціями, от підрозуміється саме це. Я не повинна нічого читати, думати, знати нічого об этом композиторі. Да? От, саме головне – моє. Я, да, і от то, що я чувствую. От музика навіяла і из меня что-то начало, как из тюбика. Ну, понимаете, когда мы выдавливаем из тюбика, ну, там ползет какая-то масса, понимаете? Угу. Что ползет, лучше не развивать эту мысль, она будет очень неаппетитной, понимаете? А здесь ведь драгоценен каждый звук. А чтобы он стал драгоценностью, ты должен четко понять, какой это драгоценный камень, жемчуг, топаз, аметист, какая тональность, какой лад, да, какой ритм. Это все надо пропустить через себя. Более того, смотрите, я всегда говорю, вот, допустим, у меня сейчас 60 ударов, да, сердца, а у Шумана написано 144. И я со своими 60, нормальными, спокойными, с точки зрения врача, вполне может существовать клиент, да, я начинаю играть сочинение, которое написано с количеством ударов 144. Это будет соответствовать тому, что написано в нотах? Не будет. Конечно. Потому что у меня темпоритм другой. Mm-hmm. Я уже не в состоянии своим вялотекущим таким организмом почувствовать, а что же хотел сказать мне композитор. Поэтому для того, чтобы иметь право высказать что-то свое, а там будет обязательно свое, потому что это моя голова, мое сердце, мои руки, моя возможность понять, моя степень включенности в это. Понимаете, это все равно мое, ваше, любого исполнителя, который за это берется. Поэтому тут без личностного какого-то отношения мы все равно не обойдемся. Но прежде всего надо подняться до уровня человека, чьи произведения ты исполняешь, мне так кажется. Я дякую вам, Тетяна Борисівна, за те, що ви знайшли час, прийшли, ми поговорили про всі ці нагальні проблеми. Дійсно, якщо ми самі не почнемо з себе, то нічого за нас ніхто не зробить. Це стосується будь-якої справи в нашому житті. Слухаємо найкраще.